Привет, ребята. Я каждую секунду ожидаю, что ко мне полиция приедет. Мне каждый час пишут угрозы в Ютубе. Ютуб называется Александр Ленин, художник Александр Ленин Тихон Мышкин. Тихон. Я настоящий мученик, в отличие от Поднебесного. То есть к нему никогда не приедет полиция, к Поднебесному, потому что он сам подментованный, я считаю, лично мое мнение, никому не навязываюсь, и что, готов взять слова обратно, извиниться. Я асексуал, то есть у меня вообще нет влечения никому. Я больной человек, я лечусь у государственного психиатра, у частного психиатра. За свои деньги, работая дворником, покупаю лекарства. Я обращаюсь к тем, кто угрожает мне. Я понимаю, что для вас доносительство и задавить маленького человека, больного человека, для которого единственное счастье – это рисовать для ребятишек, чтобы они разбирали мои рисунки, мои бумаги, материалы для рисования, рисовали вместе со мной. Для вас задавить такого маленького человека, как я, это истинное удовольствие. Для вас это как задавить таракана, там, например. Я понимаю, да, вас. Вы не верите в Бога, не верите в то, что после смерти будет наказание. Но, вызывая на меня полицию, мне кажется, после смерти будет воздаяние за это. Потому что я никому не сделал никакого зла. Вместо того, чтобы поддержать меня, помочь, устроить кружок, где я буду преподавать мастер-классы по рисованию, вы просто травите меня и угрожаете, и вызываете полицию. Меня толкают, мне запрещают заходить в определенные районы города. Я сталкиваюсь с эйджизмом, то есть дискриминацией по возрасту. Пожалуйста, кто может, помогите мне организовать так, чтобы взрослыми я... Короче, я не знаю как, но помогите, потому что должен появиться нормальный взрослый, кто будет смотреть, и мы будем проводить мастер-классы, играть Дед и Бабу под наблюдением взрослого. Все это будет фиксироваться на камеру, никаких нарушений. А вот полиция ко мне приехала. Здравствуйте. Сейчас, короче, полиция приехала. Сейчас, секунду.